компания «Тайтар». Приветствует в лице моем Михаил Кантон, Наталья Гора и Лука Александр. Мы устроили для вас это автор-пати, поскольку мы очень неравнодушны к различным интеграционным процессам в IT-сообществе. Мы неравнодушны к JITAG и мы неравнодушны к хакатону. Нужно отметить, что воронежский хакатон, хоть и малочисленный, но, наверное, не самый, так сказать, последний с точки зрения качества, был полностью организован воронежским офисом компании DataArt. Компания DataArt – новый игрок на IT-рынке Киева. Ну, в общем-то, мы достаточно интенсивно входим в этот рынок и, в общем-то, уже имеем достаточно серьезные отношения партнерские с различными компаниями, в том числе с сообществом JITAG. Мы рады вас здесь приветствовать. Если бы на мне была шляпа, я бы ее сейчас перед вами снял, потому что, ну, скажем так, до финиша хакатона дошли не только самые интеллектуальные его участники, но и самые выносливые. Естественно, после такого мероприятия вам нужно отдохнуть, расслабиться, поэтому я не буду вас больше нагружать. Мы рады вас видеть. Пожалуйста, отдыхайте, расслабляйтесь. Единственное, я хочу обратить ваше внимание на то, что через некоторое время мы проведем небольшую лотерею, где мы разыграем призы от DataArt. Пожалуйста, приятного аппетита. Спасибо большое. Удовольствия. Всех поздравляю с окончанием. Остальные хорошие слова после этого. Все накрутились, все скрыли банки.